Бублик, мачо, бублик, мачо. Цыпочки по мне все плачут. Рыжий волк, крови хосячек. Мистер Бубл, супер мачо. Лопцедрица, гопцеца, меня зовут Мистер Бубл, и я второй в России хаски-видеоблогер. Если вы впервые на моем канале, то знайте, что никаких няшных собачек вы здесь не увидите. Мы не няши, а грозные волки. Так что если вы не подпишетесь на мой канал, то я приду к вам ночью вместе с моим папасей-бандитом, и мы укусим вас за бочок. Ну все, волчары, вам капец. Наши подписчики написали для вас обзывалки, и теперь у вас уши в трубочку свернутся. Да, вы нам постоянно какие-то обидные прозвища придумываете. То мы волосатые сосиски, то хвостатые сардельки. Вы постоянно нас унижаете, называя лопоухими гномиками. Ну а если вы и есть лопоухи и гномики? Ну что ты, бубленцы, мы же имеем дело с благороднейшими. Вот бандит прав, молодец, начал исправляться. Да подожди ты, рыжая фигня, я не договорил. Мы имеем дело с благороднейшими и королевскими. Ну пока, кроме рыжей фигни, все правильно говоришь. Да запарили вы перебивать. Итак, бубланав, мы имеем дело с благороднейшими и королевскими, высокородными, ушастыми фрикадельками. Ура, у нас сегодня на обед королевские ушастые фрикадельки. Отец, а что ты не предупредил, что они пищать будут, пока мы их хрумкать будем? Мы никакие не фрикадельки. Все, киксятина, давай начинай говорить обзывалки от подписчиков. Серая фигня и бубличная фигня. Бандит, серая мышка. И тебя может победить даже хомяк. Бандит это карандит, а бублик это тумблик. Чу. И это все, на что способны ваши подписчики. Вообще не обидно. Сейчас будет жестче. Бандит это серый кошак, а бублик рыжая корова. Бублик маленькая какашечка милашная, а бандит пердунчик маленький. Вот, кстати, про пердунчика, правда. Чего? А ты тогда точно какашечка милашная. Я не пердунчик и не маленький. Ну, тут согласен, ты не маленький, а большой пердунчик. Что? О, нет, мне плохо. Меня даже собственный сын считает пердуном. Срочно вызывайте хотячу скорую, у меня инфаркция. Бандит, хватит придуряться. Все знают, что тебе неплохо. О нет, мне плохо, я умираю, меня никто не любит, и все считают меня вонючкой. Я вот сейчас сдохну тут в снегу, и живите без меня, никто вам вонять не будет. Но это ж надо, обзывать меня таким обидным словом. Ага, обидно, а нам тоже обидно, когда вы нас всякими словами называете. Вставай уже, хватит валяться, все знают, что ты выделываешься. О нет, злые корки у контрпупили самого крутого пса на ютюбе. У него хотячая инфаркция, срочно вызывайте скорую. В смысле скорую? Бандит, тебе что, реально плохо? Хе-хе-хе-хе, попались лошары, мне сейчас будет очень хорошо, потому что меня на обед ждут вкусненькие ушастые сардельки. Упс, братила, кажись мы переборщили. Парни, простите, вы великие хаски и никакие не маленькие пердунчики. Поздняк метаться, так говорите, я рыжая корова. А я серый кошак, все, вам капец, лопоухи и гномики. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, спасите, помогите, меня сейчас сожрут злобные волки. А ну хватит кусать моего братика, я вам сейчас наваляю. Это мы тебя наваляем. Сначала схрумкаем Декса, а потом тебя. Брателла, не ссы, я от них сбегу на лестницу. Капец, там скользко. Хе-хе-хе-хе, хвостатая сарделька, от нас не убежать. Иксандр, сейчас самое время притвориться тряпочкой. Возможно, это их обманет, и они отстанут. Понял, я мокрая, вонючая тряпочка, невкусная абсолютно. Нет никакого смысла меня кушать, потому что у вас может быть расстройство пузяки, и тогда бандит точно станет пердунчиком. Чего? Ах ты мелкая козявка противная. Все, тебе точно капец. Брателла, твой план не сработал. Придумай еще что-нибудь. Я в процессе, потому что я не хочу быть следующим. А как ты думаешь, Киксандр, нужно очень коварный план придумать или просто коварный план? Да думай любой, они меня сейчас точно сожрут. Я придумал. Бублик, оторвись от кекса. Я вдоль забора, кажется, видел следы снежных хомячков. Точно, а там еще и следы камнеежки были. Чего? Камнеежка и снежный хомячок в одном месте? Это же невероятная удача. Только я что-то тут следов не вижу. А их просто снегом, наверное, засыпало. Ты поищи получше. Так, для этой двойной охоты мне нужен особый план. Со снежным хомячком надо быть вежливым, а с камнешкой наоборот. Здрасте, добрый день, уважаемый снежный хомячок. Вылезайте скорее и возьмите с собой камнеежку. И передайте ему, если он не вылезет, то я его разорву на тысячи маленьких камнеежек своими огромными волчьими зубами. Так, здесь их нет. Наверное, вот тут надо поискать. Здрасте, добрый день. Рыжая сопля, тебя развели. Нет здесь никаких снежных хомячков и камнеежки тоже. Это был коварный план коржика, чтобы отвлечь тебя от кусания кекса. Ах так. А ну иди сюда, моя фрикаделечка. Бублик, ты сдурел? Ты мне сейчас башку откусишь. Она такая вкусненькая, ням-ням. Ты совсем ку-ку? Как я без головы буду? Я же в нее кушаю. Ничего страшного, будешь попой кушать. Капец, как
ладно, придумай в следующий раз план поковарнее, потому что я сейчас за тебя отдуваюсь. Так, ладно, парни, хватит игр, у нас вообще серьезная миссия, а мы с вами тут в снегу валяемся. Да, точно, мы должны помочь 7-му Б победить поезда-пожирателя. Да, но для этого нам нужен всего один маленький пустячок. И какой же? Сам поезд-пожиратель. Он же сейчас доедает крутых деток. Нам надо его найти. Ага, чтобы он у нас сожрал. Дулечки-пердулечки. А есть другие варианты? Можно с помощью косячей магии сделать тренировочный макет поезда-пожирателя и попробовать его уничтожить. Это гениально. Так чего мы ждем? Хасямба-масямба, тренировочный поезд-пожиратель появлямба. Хреновая у вас магия. Рельсы появились, а никакого поезда нет. Это поезд-пожиратель, бегает! Парни, а зачем мы побежали? Это же тренировочный поезд-пожиратель. Ага, а выглядит как настоящий. Я лучше спрячусь. Все, я спрятался. Меня видно? Абсолютная невидимость. Ты просто отлично замаскировался. Отлично. Корзак, ты приготовил советы наших подписчиков о том, как грохнуть поезд-пожиратель? А мы уверены, что это тренировочный поезд-пожиратель. Слышь ты, машинист, твой поезд нас точно не сожрет. Ну что вы, у меня все функции поезда-пожирателя за исключением пожирания. Давайте уже, пробуйте меня уничтожить. Вот все бы аномалии были такими, мир был бы намного прекраснее. Итак, первый совет. Корги Пук, Кексяндр, давай. Ничего не выйдет, мне не страшен супер-пук Кекса, потому что у поезда нет носа. Максимум, что будет, глаза заслезятся. Облом, тогда пробуем второй совет. Щищевыщи, пящи, пищищи, ЗБ, 60005. Вы совсем ку-ку. Это не совет, а просто бессмысленный набор букв и цифр. Вот облом. А мы надеялись, что это секретное заклинание, которое тебя уничтожит. Ладно, пробуем дальше. Я сейчас превращусь в Мегалиса Тейлза Экзе и тебя грохну. Увы, и здесь я вынужден вас огорчить. Поезд-пожиратель может сожрать что угодно, даже Мегалиса. Сразу, конечно, он в поезд не поместится, но можно откусывать по кусочку. Какой ужас! Я не хочу, чтобы от меня по кусочку откусывали. Парни, срочно пробуем следующий совет. Нужно убрать под ним рельсы, и тогда он исчезнет навсегда. Вот вы наивные. Как вы уберете рельсы из-под поезда, если он на них стоит? А если вы подойдете к ним, поезд вас сожрет. Да, в принципе, логично. Раз логичные советы не помогают его завалить, давайте попробуем нелогичные. Поезд-пожиратель можно победить, если вызвать горку-пожиратель. Но это совсем тупо. Что, горка-пожиратель может сожрать поезд-пожирателя? Ну, а фиг его знает, вдруг сработает. 3-4. Хасямба-масямба, горка-пожиратель появлямба. Капец! А почему горка-пожиратель белая? Ты лопух, Хексяндр. Потому что она добрая и жрет только плохих. Таких вот, как этот поезд-пожиратель. О нет, это горка-пожиратель! Она меня сейчас сожрет! Вау, у меня нет слов! Эффектно сдох этот поезд-пожиратель. Отлично, миссия выполнена. Спасибо нашим подписчикам. Хотя-то, мы побежали кататься на белой горке-пожирателе. А вы, чтобы время не терять, напишите коммент на канале Cool Kids о том, что поезд-пожиратель можно победить с помощью горки-пожирателя. Это вопиющееся негодяйство. Мы их спасли, а они нас в душевой кабинке заперли. Это подлое коварство. Вот значит, как вы, человеки, платите нам за свое спасение. Эту человечиху и человека-деда мы спасли от неминуемого копца? Какие же все-таки человеки неблагодарные какашки. 3 часа ранее. Ура! Человек-дед приехал! Наконец-то! Ура! Мы так по тебе скучали! Ты офигел так надолго уезжать? Тебя не было почти месяц! Вместо того, чтобы гулять с самыми лучшими собаками на свете, ты выбрал какой-то санпупорий. Не санпупорий, а санаторий. Ты там катался на горных лыжах, а мы тут скучали. Да, нас обижал старший человек, а еще всякие аниматроники нападали. Да, они нас хотели сожрать. А если бы был ты, то они бы тебя сожрали сначала. Но мы их всех победили. Но потом пришла Ваня и украла человечиху. Что, Света украла Ванни? Я пошел искать ее логово. Зашибись, все ушли искать человечиху и спасать ее из плена бани. Ну вот и отлично, наконец-то квартира наша. Пока человеки ищут человечиху, можно спокойно валяться кверху пузякой и плевать в потолок. Ты что такое говоришь? Нам надо самим срочно спасать человечиху. Я вчера попросил своих подписчиков помочь нам советом. И смотри, сколько они прислали комментов. Все говорят, что нам надо использовать хосячью и кражачью магии. Вот, например, дельный совет от Бибигуль Нурбековой. Я должен превратиться в Мегатейлза, а Кекс в древнего Корги. А ты должен призвать Соника. Главное только не призвать какой-то глич-вирус Пиби. Никого не хочу призывать. Хочу валяться кверху пузякой и плевать в потолок.
или на кекса. Эй, волчара, отпусти мою башку, не надо в меня плевать, я тебе не потолок. Бублик, что с тобой? Ты что, заодно с Ваней? Ты не хочешь спасать человечиху? Вот вы дебилы, лопухи и гномики. Мы обязательно их спасем, но после того, как дождемся пенсию. А куда он поперся? Да никуда он не поперся. Он вон, под столом сидит и думает, что нам делать. Я придумал! Давайте пойдем на нашу площадку. Обычно все монстры и аномалии появляются там. Возможно, кто-нибудь опять появится, и мы у него узнаем, как спасти человечиху. Ну и чё? Мы уже 2 часа тут бегаем, а никто так и не появился. Вот именно. Я считаю, что нам нужно пойти по следам человека-деда, потому что он тоже пропал. Ты думаешь, что его тоже украла Ваня? Всё это очень странно. Зачем тётьке из игры переодеваться в зайчика и воровать нашу человечиху? В этой игре FNAF всё странное. И аниматроники, и эта тётька. Парни, предлагаю не терять время. Еще одно место, где могут появиться чудовища и аномалии, это стройка нашего нового дома. Возможно, ты прав, волосатая сосиска. Давайте отправимся туда и проверим. Так, и что мы тут имеем? Кажется, я чую запах человечихи и человека-деда, но их здесь нет. Да этот запах мог остаться с прошлой недели, когда они здесь были. Я считаю, что надо обойти весь периметр и проверить каждое подозрительное место, особенно беседку. Я что-то чую! Ты что, нашел человечиху и человека-деда? Их засунули под беседку? Да нет, дураки дурацкие. Я чую, что не чую запаха камнеежки. Это что значит? Отсюда свалил камнеежка? Но он же в последнее время тут постоянно тусил. Ну вот у него я и хотел узнать, что ему известно об этой Ванессе. Кстати, бандит, а ты знал, что у тебя волосатая задница? Ха-ха-ха, как смешно, Кекс. Конечно, я знаю, что у меня волосатая задница. Только вот сейчас нам не до шуток. Я тоже не чую камнеежку. Да что тут происходит? Тут происходит выставка волосатых хотящих задниц. Кекс, ты сейчас дошутишься, что я тебе бошку откушу. Нам надо человечиху искать, а не шутки шутить. Парни, ну простите, я просто хотел вас морально поддержать. Короче, нет тут нифига никого. И что нам теперь делать? Ой, а кто это тут к нам пришел? Добро пожаловать, собачки. Капец, это Ваня! А ну скажи, крольчиха вонючая, где ты спрятала нашу человечиху? А я не только ее похитила, но и человека-деда тоже. А ну немедленно их отпусти! Зачем они тебе? И почему вы все из ФНАФа себя так отвратительно ведете? Я вообще-то хочу напомнить, что это бандит и Бублик вызвали в этот мир первых аниматроников. И когда приходили следующие, вы с ними жестоко расправлялись. Ну так правильно. Зачем нам в нашем мире твои дурацкие страшные роботы? Да, сидели бы в своей игре и не парились. Зачем вы сюда приходите? Затем, что мы узнали, что в этом мире вы можете стать более популярными, чем наша игра FNAF. Да ладно тебе грузить. Ну да, у нас с Бубликом миллионные каналы, но во FNAF играют десятки миллионов. В том-то и дело, что с каждым лайком и подпиской на ваши каналы мы теряем популярность, а ваша популярность растет. Тем более, вы показываете, какие мы на самом деле, и раскрываете наши секреты. Ничего не пойму, какие секреты? Вы всем рассказали, что Солнце и Луна – это 2 разных аниматроника, а не один. Вы всем рассказали, что Глэмрок Фредди злой, а не добрый. Ах, вот оно в чем дело. Вы боитесь правды. И чем больше правды будут знать те, кто играет нашу игру, тем менее она будет популярна. И может наступить день, когда вы станете популярнее, чем наша игра FNAF. И ты типа решила похитить нашу человечиху и нашего человека-деда, чтобы нас шантажировать? Именно. Вы больше никогда никому не расскажете правду об аниматрониках. Парни, а что если мы просто ее завалим? Воспользуемся советом подписчиков, и я превращусь в Мегатейлза, а Кекс в древнего Корги. Если вы меня уничтожите, то никогда не узнаете, куда я спрятала ваших человеков. Ушастые сардельки, зачем столько сложностей с этими превращениями? Вы же станете огромными, она станет от вас убегать, и вы тут нам весь недостроенный дом разломаете. Ага, придется все заново строить, есть другой выход. Забить на человеков и пойти в квартиру валяться кверху пузетой? Кекс, ты балбес, мы наших человеков не бросим, несмотря на то, что они вредные и противные. Просто подумай, кого ты сейчас перед собой видишь? Ну я вижу Ваню. А кто она? Ну, насколько я знаю, Ваня это не аниматроник. Ну надо же, какая наблюдательность. Ну, а как она выглядит? Ну, она выглядит как страшненький зайчик, если честно. Я не страшненький, а симпатичный зайчик. Но очень коварный и опасный. Вообще-то, самый коварный тут я. А самый опасный я, потому что я черный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи. Кекс, ну давай, давай, развивай мысль. Так. С одной стороны, мы имеем одного страшненького зайчика, а с другой, 2 самых опасных и коварных лисов. И 2 самых злобных и грозных волков. А что волки и лисы делают с зайчиками? Они их жрут. Включаем режим лиса. Включаем режим волка.
Чё-то как-то быстро мы её сожрали. Ну а чё, вкусненький зайчик нам попался? Мы всё-таки поторопились, парни. Она была права. Мы так и не узнали, где она спрятала человечиху и человека-деда. Давайте рассуждать логически. Если она была здесь, то наши человеки тоже здесь. Пойдёмте в дом. Я думаю, что они сидят в подвале. Ну может, пусть ещё посидят тогда. А то 100% начнут опять нам лапы мыть, когда мы их найдём. Так нельзя, парни. Нам надо пойти в подвал и поискать там человечиху и человека-деда. Так-так-так, кажется, я чую запах оладушков, тут была человечиха. Я чё-то очкую, парни, а вдруг из подвала сейчас ещё какое-нибудь чудовище выскочит и меня за попу укусит. У тебя железная задница, Кекс, ты чёрный лис, пошли вниз. Ладно, парни, я пойду первый, потому что я старше всех. Правильно, Пенсия, если тебя там сожрут, тебя не жалко, а мы успеем убежать. Так, я с помощью хосячей магии включил фонарик из глаз. Ага, вот какая-то комната, но тут... никого нет! Папася и ушастые фрикадельки, я их нашел! Ура! Наконец-то ура! Нас спасли! Ура! 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 Спасли! Наконец-то, как мы нас долго ждали! Это вопиющееся негодяйство! Мы их спасли, они нас в душевой кабинке заперли! Это подлое коварство! Вот значит, как вы, человеки, платите нам за свое спасение! И эту человечиху и человека-деда мы спасли от неминуемого копца! Какие же все-таки человеки неблагодарные какашки! Гордые хаски лапы не моют! Гордые корги лапы не моют! Капец! Срочно звоните за защитником! Над бедными собачками издеваются! Короче, мы стали вызывать всяких чудовищ и били им морду. Сиреноголового мы использовали вместо колонки и подключились к нему по блютузу. Мать-мегафон заставили отжиматься 2000 раз. Хаги-ваги перекрасили в черный цвет, а картон Кэту вообще ноги откусили. Естественно, нам на следующее утро и ответочка прилетела в виде картон Кэта паука-пожирателя. Бежим! Капец! Кто это? Ужас! Это картон Кэт, паук-пожиратель! Да стойте, я не буду вас жрать! А, все, поняли, стоим. Слушай, картон Кэт-паук, ты не обижайся на бандита и бублика. Они не со зла тебе ножки откусили. Да, они просто игрались. И во всем виновата хосячье шампанское. А я всего лишь хотел поводить хоровод возле елочки. Но у нас во дворе стоит елочка. Хочешь, можешь поводить хоровод вокруг нее. Конечно, хочу. А можно я друзей позову? Это же нормально будет. Да, конечно, зови, а то вам вчера не сладко пришлось. Вас знатно эти волчары потрепали. Да, кошак, ты не обижайся, ну со всеми бывает же. Короче, отметьте Новый год у нас во дворе и зови на свой праздник кого хочешь. Эй, слышь, Хаги-Ваги, скажи, а ты на папасю сильно обиделся за то, что он тебя перекрасил в черный цвет? Передай бандиту, что сегодня я его не трону, потому что мы с друзьями отмечаем праздник. Хорошо, что меня картон Кэт-паук пригласил на эту вечерину. Так, я не понял. Хаги-Ваги, ты все-таки обиделся, да? Я больше не Хаги-Ваги. Отныне зовите меня Килли-Вилли. И после того, как мы закончим праздновать, мы на вас нападем и сожрем. Капец. В общем, парни, Хаги-Ваги теперь Килли-Вилли и пообещал, что он нас сожрет. А я предупреждал вас, не надо было издеваться над аномалиями. Конечно, покрасили его в черный цвет, вот он и обиделся. Не, ну это вообще вопиющееся негодяйство. Мы его из голубого нормальным сделали черным, а ему, видите ли, не нравится. Совсем офигел. Согласен, папася. Вон, картон Кэту мы ноги откусили, так он ничего, бодрячком себе паучьи ноги отрастил и кайфует. О, смотрите, я себе сделал 4 глаза, еще одну пасть на пузяке сделал, черную, я страшно выгляжу. Да вообще, можно обкакаться, может мне тоже имидж поменять, а то мне кажется, я не страшный. Эти, как вас там, хосята, напишите в комментах, мы с Килли-Вилли страшные или нет. А я вот ничего в себе менять не буду, я и так самое известное страшное чудовище, ролики со мной набирают миллионы просмотров. Блин, эти вонючие подписчики Бублика пишут, что я не страшный, я знаю, что надо сделать, я стану снежным картункетом. Ну как я вам? Сейчас же зима, и меня будет не видно на снегу. Я смогу подкрадываться к жертве незаметно. Ты сейчас где-нибудь снег видишь? Это же юг России. У них тут плюс 15 в январе. А пофиг, мне нравится быть белым. Короче, пойдемте готовиться. Мы должны сожрать этих псов. Наше терпение вышло. Бандит, привет. Вас ждет огромная опасность. Хаги-Ваги превратился в Килли-Вилли. Здорово, Ева.
Да плевать нам на Хаги-Ваги или как там его сейчас зовут? Кулли-Срули? А, Килли-Вилли. Мы его с парнями не боимся. Да и вообще, как ты знаешь, мы сможем справиться с любыми аномалиями. У нас есть секретное оружие, Кекс. Да, потому что я ужас, летящий на крыльях ночи. Я жвачка, прилипшая к вашей подушке. Я Корги Кекс. Да, но Cartoon Cat Паук тоже превратился. Он стал снежным Cartoon Cat'ом. Ты же помнишь древнее пророчество о снежном коте, что он смог убить двух волков и двух лисов? Капец! Нам реально капец! Папася, чего она сказала? Ева сказала, что Хаги-Ваги превратился в Килли-Вилли. Ну, это мы уже знаем. Нам Бумбленце рассказал. А еще она сказала, что Cartoon Cat превратился в снежного Cartoon Cat'а! Ну все, нам точно капец. Это почему еще? Вы что, боитесь какого-то косяка? Да, я не понимаю причин вашего страха. Просто есть древнее пророчество о том, что однажды на этой планете появится снежный кот, который сможет уничтожить двух самых грозных волков и двух самых опасных лисов. И чё? А вдруг это не про нас речь, а про левых грозных волков и опасных лисов? Вот скажи мне, Коржик, ты идиот? Речь о нас и о вас. Мы самые грозные волки. А вы самые опасные лисы. А ведь реально, это мы. А с чего вы взяли, что это пророчество обязательно сбудется? Вот скажи мне, Коржик, ты дважды идиот. Обычно все древние пророчества сбываются. Так что все, нам капец. Я пошел писать завещание. Пусть все достанется Каролине и моим хосятам. А может, нам нужно попытаться сбежать и спрятаться? И куда мы побежим? Ну, можно спрятаться на стройке нашего нового дома. Наверняка аномалии не знают, где это, и не смогут нас найти. Старший человек, поехали уже скорей. Да не очкуйте так, Пенсия, все будет хорошо. Оу, я снежный кот! Ха-ха-ха-ха, испугался. Кекс, ты чё, дурак дурацкий? У меня сейчас хосячая инфаркция будет. Да уж, никогда бы не подумал, что грозный волк будет так бояться белого кота. У тебя глаза по 5 копеек, старикашка. Так, сзади вроде аномалий не вижу. Поехали уже, старший человек. Да, поехали скорее, а то они могут за нами проследить. Так, ну вроде все норм. Никаких аномалий я не вижу и не чую. Может быть, все-таки включим режим невидимости? Тогда этот снежный Cartoon Cat нас точно не найдет. Пенсия, сколько тебе раз уже говорили, что твой режим невидимости не работает? Да расслабься уже, бандюганчик. Здесь мы в безопасности, здесь нас никто не найдет. Да? Ну ладно, попытаюсь. Пожру немного травы тогда. Надеюсь, что зеленые какашки нас не выдадут. А ты, Бубленце, патрулируй периметр. Ну тут зимой, конечно, скукотища. Может, в песке поиграть? Кекс, давай мы тебя закопаем в песок и бошку одну оставим. Усатая сосиска, ты совсем офигел? Не надо меня в песок закапывать. И мы уже взрослые лисы, а не маленькие щенята, чтобы в песочнице играть. Мне полгода, а тебе год. Коржата, напишите в комментах, когда вы в последний раз играли в песочнице. Надеюсь, вы песок не жрали. Кошаки в него в туалет любят ходить. Кошак? Ты сказал кошак? Прячемся скорее. Слышите этот ужасный звук? Это идет снежный Cartoon Cat, нам капец. Пенсия, это вертолет летит, причем полицейский, патрульный, так что угомонись уже, никаких аномалий здесь нет. Папася, успокойся уже, у нас все под контролем. Не, я все равно очкую, я лучше пойду тренировать режим невидимости, вы все врете, что он у меня не работает. Стыд, позор, взрослый пес боится какого-то кошака, если мы с ним не встретимся, то это пророчество дурацкое и не сбудется. Да, давай лучше снежных хомячков поищем, чем бояться какого-то снежного кота. О, а чё тут есть снежные хомячки? Здрасте, добрый день. А не, нифига их тут нету, потому что в нашем городе зимой снега почти не бывает. Вот от стресса мне бы сейчас хомячочек очень помог бы. Но увы, раз нет снега, значит и хомячка нам не поймать. Горе мне, горе, меня скоро сожрет снежный Cartoon Cat, а я даже не попробую напоследок хомячочечка. Пенсия, ну хватит ныть. Даже если сюда и придет снежный Cartoon Cat, мы ему сначала человечиху скормим. Вдруг он насытится и нас не сожрет. А так двух зайцев убьем и сами спасемся, и больше нас никто мокрой тряпкой лупить не будет. А давайте включим режим дебила и просто хаотично побегаем. Ура, режим дебила! Я тебя догоню, хвостатая сарделька. Ай, я пузякой в ступеньку ударился. Что-то мне расхотелось уже в режим дебила играть. Все, залезу на гору и буду играть в царя горы. Как гордый орел на вершине Кавказа, Кексяндр сидел на краю унитаза. Ха-ха-ха-ха, как смешно. Вы эту шутку уже на своих каналах повторили сексион миллионов раз. Вы думаете, над ней все еще смеются? Ха! Зато у меня по-настоящему заработал режим невидимости. Я наконец-то сумел его включить, и теперь меня никакой снежный Cartoon Cat не найдет. Бандит, тебе все равно видно. Ты все врешь, старший человек. Меня вообще не видно. Мне даже самому себя не видно. Нет, если ты голову прячешь и думаешь, что тебя не видно, это так не работает. Капец! И что же мне делать? Меня точно сейчас найдет снежный Cartoon Cat и сожрет!
Ну здорово, вонючие псы. О, здорово, Хаги-Ваги. Я же тебе сказал, что я больше не Хаги-Ваги, а Килли-Вилли. Да хоть трали-вали, мы тебя все равно не боимся. И твои дополнительные глаза и пасть на пузяке, если честно, не впечатляют. А как ты нас нашел, кстати? А я повесил маячок на машину вашего старшего человека. Капец, приплыли, нас раскрыли, парни. Тебе капец, бандит, за то, что ты перекрасил меня в черный цвет. Выходи биться, я супер-каратист. Кьё, кьё, кьё. Я, конечно, дико извиняюсь, Крули-Срули, но у тебя с текстурками проблемы, у тебя руки сквозь ноги проходят. Ну, даже не совсем сквозь ноги, а сквозь неприличное место. Боюсь, что у тебя могут быть проблемы. Ты бы все-таки поаккуратнее руками махай. А лучше всего вообще отсюда стройсни, если не хочешь отведать моего суперпука. Суперпук? О нет, понял, сваливаю. Если нас нашел Хаги-Ваги, или как его там, Килли-Вилли, то здесь могут появиться и другие. Ты прав, Коржик. Теперь здесь появился я. Мы договорились вас сожрать за то, что вы над нами издевались. Слушай, сиреноголовый, мы же тебе 1000 раз помогали, и сирена твоя на нас не действует. Иди лучше попугай детишек в городе, а то мы опять к тебе подключимся по блютусу, и ты будешь работать у нас колонкой. Не, я больше не хочу работать колонкой, я лучше пойду пугать маленьких детей. Ну вот и отлично. Парни, предлагаю спрятаться в доме. Там нас снежный Картун Кэт точно не сможет найти. А что, Картун Кэт не сможет зайти в дом? Или эти стены как-то защищают от аномалий? Ну, не знаю, просто тут вроде не так страшно. Ну вот мы и попались. Разрешите представиться, я снежный Картун Кэт.